Чуть меньше месяца осталось до того момента, как вместе с родными и близкими мы соберемся за одним большим праздничным столом в ожидании речи президента России и боя курантов. Этот предпраздничный месяц декабрь всегда по-настоящему волшебный. В воздухе витает такая любимая и знакомая каждому атмосфера зимней сказки. Первый день зимы в Щелковском городском парке культуры и отдыха зажгли огни на самой главной елке нашего района. Зажглись они также на всех елках Подмосковья. Поздравить жителей с наступившей зимой пришли глава Щелковского района Алексей Валов и председатель районного совета депутатов Надежда Суровцева. И мы с удовольствием поздравляем всех наших жителей Щелковского района, всех наших щелковцев с наступающим Новым годом. Я вам скажу, мы в этом году сделали очень много, и мы хотим, чтобы Дед Мороз дал нам со Снегурочкой шанс сделать в следующем году еще больше, что мы, конечно, и сделаем. Поздравляем вас всех. В преддверии Нового года, потому что целый месяц мы будем ждать Нового года. Будут зажигаться огоньки, будут украшаться наши улицы, будет пахнуть мандаринами и хвоей. Мы будем ожидать чудо. И, конечно, чудо наступит. И в следующем году все будет гораздо лучше, чем было в этом. Раз, два, три! Елочка, гори! После зажжения огней на елке состоялась развлекательная программа для всех собравшихся. Для детей и взрослых провели интересные конкурсы. Ну и, конечно, на гулянье не мог не заглянуть Дедушка Мороз. Пришедшие на праздник остались довольны. Желаю я под Новый год веселье, крепкое, как лед, улыбок ярких, как янтарь, здоровье, как мороз в январь. С Новым годом вас, дорогие друзья! А вообще огромное спасибо за наступающий Новый год, со задание настроения. Всех с Новым годом! С нетерпением вместе со всеми ждут Нового года Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».